Так, решил прокатиться на новом прогассе, тут немножечко время удалось. Прогассе Гауди 300. Пробег 104 километра всего. После 172 чувствуется, конечно, что совсем другая тяга, как-то совсем по-другому. Конечно, не Kawasaki KLX, но приятно, двигатель работает приятненько. Если опять же сравнивать с Kawasaki, то там даже в отличном состоянии мотор работает так, что там как будто, я не знаю, чего-то не хватает. Шумный очень. Причем это от старости не зависит. А второе, вот иду и попробую горочку подняться. А вообще как, не знаю. Горочки тут тоже есть у нас. Надо бы как-нибудь обзорчик на него снять, на этот мотоцикл. Что было уже сделано. Вот сейчас я еду, тест вилки делаю. Заменено масло в вилке. Сняты, проверены сальники на утечку. Короче, с магазина немножко прокатились и пришел утром в гараж. Он обоссался. Два пера обоссанных стоит. Купили масло, залил 10В. Эльф, по-моему. Вот пока проверяю. Но по вилке сразу чуть поупруже стало, так как-то поинтереснее прям так. То есть лита сильно проходила, ходы были большие у той. Такой мод, конечно, не красавчик, но пошариться можно, поездить. Но работа двигателя приятненькая такая, блин. Не досаждает вообще как бы звуком. Приятнее даже 172, по-моему. Тяга прям такая, чуть-чуть газульку делаешь. Прям на секунды ускорение. Руки не привыкли еще после зимы, все-таки, блин, добивается вот у меня газулька. Но тут еще газулька очень легкая, я не знаю. Ставил я короткоходную газульку, купил, поставил. Но с ней вообще, я не знаю, невозможно ездить на этом моторе. Здесь под короткоходку, но не короткоходка. Газ такой рваный, каждый миллиметр, он, ну, короче, может скинуть, либо что-то натворить можно. А опасно очень, неприятно, дерганая езда, пиздец. По кочкам едет, во-во-во-во-во-во, вот так вот рука газ дает миллиметр там, оно, во-во-во. Папаш не решил проскочить. Думал, все, скинет он меня. Прям так отчетливо на газ реагирует, прям жесть. И поэтому я поставил обратно газульку. Решил тут так по берегам Черноречки прокатить. Довольно таки хорошо вали.
Вот, даже миллиметр газа чуть-чуть даешь даже на этой газульке, он, блядь, сразу тебя, твой весь фарш. А у меня вес все равно где-то 90 килограмм есть. А вот он спокойно срывается, просто пятаки. Вообще прям без проблем. И с тем газом вообще так неприятно было. Довольно-таки неплохой мотоцикл, пока месяц. А, еще и звезду поменял, 47-ю поставил, потому что на 43-й это вообще по асфальту 140 километров бегать. Здесь как бы я бы уже сейчас ехал, наверное, на первой еще. Здесь еду на второй и уверенно газ даю, а там ему... Что-то не... Ну, короче, трассовые звезды. 43, 13, не. 47, проверенная звезда. Так, что, опять у нас Черноречка упала. Опять вода упала. Что-то каждый год вода падает, падает, падает. Нынче что-то вообще жестко упала вода. Да, падает вода, падает, берега сохнут. Подвесочку так более-менее, но я весил, промазал, все, покупали уже собранный. Чуть-чуть пожестче пружину сделал, потому что рама ГРовская, как у ГРа, раскомпоновка воздушного фильтра, все. Вот здесь еще лед. Елки-палки, вода-то вообще четко ушла, да, да? Да. Потихоньку-потихоньку куда-то уходит вода. Причем я даже скажу, насколько она упала. Метра на два. На два метра где-то точно упала. Вот это все в воде было, вот до сюда вот. С чем это связано? Непонятно. Вот это все в воде было. Если кто знает, там по роликам, где я купаюсь, сюда постоянно приезжаю. В день по несколько раз. Вот. Еще раз повторюсь, тяга хорошая, все у мотоцикла отменно. Прям низа. Даже газ не надо давать, он прям. Если газ дать, он кенда сзади, покрышки кендовские. Зацеп хороший очень. Прям он хочет скинуть. Причем он уже это делал. Да, вилочка четко стала. Работа мотора мне нравится. Прям вообще, я бы сказал, я не знаю. У меня вот Kawasaki сейчас делаться скоро будет. И заказал двигатель с Японии. За 60 тысяч рублей идет. Была она у меня кикстартерная. Сейчас будет с электростартером. И я думаю, я все равно, наверное, выставлю Kawasaki продавать. Потому что этот посвежее вид у него. Но это не точно. Это не точно. Бля, какой газ нежный, а. Просто я вообще не чувствую. Просто прям как пушинка. Он
Вот я выехал с одного леса, сейчас на другой заеду, там прокачищу тропинки. Так, недолго сегодня. Сегодня еще один мотоцикл придет собирать, на перемазывать. А, нет, он на гарантии. Тоже из нашей банды девушка купила мотоцикл. BSE Z1. Но мы говорили, что там его не собирали, мы сами соберем. А они позвонили, сказали, гарантии не будет. И мы думаем, ладно, пусть гарантия будет, соберут, помазать мы его всегда успеем. Хотя бы около месяца, раз она не так дубасить будет. Думаю, проходит. Блин, ну что могу сказать-то? Да нормально, блин, весело вообще. Просто, блин. Да не, вообще огонь, огонь уходит, огонь. Ха-ха, блядь, нормальный так-то мотик. Просто мы тут выезжали кататься, как бы рано было, под землей. Вот такой вот слой, остальное каша. Вот даже здесь же ездили, где-то есть на видео. И, блин, ни газ не дать, не оттормозиться, сразу же падаешь. Корочка такая оттаивала. А снизу лед. То есть никакой речи не шло о мотоцикле, чтобы его наклонять. Сейчас хоть можно наклонить. Вот, допустим, я его приобрели, мы эти мотоциклы, два штуки с Артемом. У нас есть в Тюмени стоимостью 250 тысяч рублей. В магазине Мотосити, по-моему, на объездной. Надо какие-то защитные наклейки сделать, чтобы подлокотниками не драть. То есть наколенниками. Конечно, руки после зимы все забыли. Но довольно-таки классный мотоцикл. Пока все нравится, что сказать. Навье. Двигатель тяговитый. Его немного и немало. Вот прям среднячок такой. Если кто хочет, себе рассматривает. 174 мотор, 300. Дальше поездим, конечно, посмотрим. Как он себя покажет. Подвеска вся регулируется у этого мотоцикла. И сзади на отбой сжатия. И спереди также. Ну, конечно, какая-то там марка, хоть и наклейка наклеена, как Каяба, но... По-моему, эту вилку я видел на ГРе Оптимум. Недавно чуваку одному менял. Масло просто освежил. Трактор стоит целеньких. И, по-моему, точно один в один вилка, только там что-то другое написано. Да, и за 10 В40 руки дергает немножко иногда. Но это лучше, чем когда она совсем как крем. Пока нечего про него сказать особо. Ну и лучше бы, чтобы и не было. Но колодки вот уже 109 моточасов, пока колодки еще, я вижу, присутствуют. Если на Аванте CA3 мы съездили две покатушки, там 200 с чем-то намотало, я потом покажу. И там колодок уже не было задних. То здесь они еще есть. Вот про такой вот лед я говорил, вот он сверху оттаянный. А на самом деле там еще не очень. На улице приятно, тепло очень так. Вообще классно, комфортно. Я не одевался по-зимнему. Вот одел новую наколенники. Мотоботы. Мне Максим подарил лапку переключения. Я сделаю
И поехал мотобота проверить все это. Включается четко. Вот тут вот уже скользковато, вот я прям вижу, а? Начинаю жопочку стягивать тихонечко. Вот на второй вот идет спокойненько, прям как трактор. Я не знаю, что тут... Что это такое, если бы мы знали, что это такое. Мы не знаем, что это такое. Сейчас выйду, остановлюсь, как выглядит мотоцикл, может кто-то не знает, что это мотоцикл. Я сам этот мотоцикл не рассматривал покупки, абсолютно. Просто Артем покупал себе такой мотоцикл, мы зашли туда в магазин, и там их 4 штуки, было 15. Прикинули цены в интернете, вся фигня. Было принято решение. Покупки этого драндулета. Вот такой вот мотик. Уже замызганный немножко. Ну, да, вилочка пока сухая. Но я уже нормально качкари-то прошел. Вот так вот выглядит эта трехсотка. Но полазив в интернете, посмотрев видео, там парень один, он сказал, у него точно так же перья обоссались. И звезду надо менять. Вот 47 я поставил. И добавил звено и да, два звена добавил. Колодки есть? Странно даже, я не знаю даже, что сказать. Вот такой вот мотик. Фара не знаем, как светит, пока еще до ночи времени не дошло. Но выглядит зашибись. Вот такой вот мотик. Ну, на этом все. Поеду в сторону дома.